Я долго сидел, курил и думал, куда нас теперь пошлют. Послали смотреть через стекло. И кажется, ты на пороге мечты, и осталось совсем немного. Еще один шаг, и вот оно, волшебство. И стоит попасть в этот ящик, тебя завтра признают богом. Или на самый худой конец божество. Давай. И самое главное, ты упустил, зато прекрасно видны детали. Ясно видны детали через стекло. Конец света, поверь мне, уже наступил, он совсем не такой, как мы ждали. И мы продолжаем двигаться в такт, как будто бы ничего и не произошло.